Знаете, в последнее время вот в средствах массовой информации это будет развиваться тезис, от жизни, судьба УДКБ зависит от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, УДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, УДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать, как всегда мы в обычное время говорили, Россия, Россия, главная ее роль. Так вот, не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с политической, военной, политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно.